Мила, я тебя просила сделать скан паспорта и отправить риэлтору на почту. Да отправил я, что ты писала-то ко мне? И где ты это сделал сегодня выходной? Мы в том году, помнишь, что там заказывали? Угу. Вот, я к ним заехал в офис. Они меня отпустили за компьютер, сделал скан, отправил на почту. Потом понимаю, что паспорт и данные нигде нельзя оставлять. Этим только жулька, да, не кредитов наберут. Короче, я все почистил. В биосе хатом отключил, чтобы операционка не загружалась. И потихо ноги сделал. Молодец. Правильно, так и надо с паспортом. Да ты как ты поворотом уже второй раз паспорт теряешь? Зай, телефон. Поставь громко, руки мокрые. Угу. Денис Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит с компанией «Окна Севера». Вы у нас сегодня в сканере забыли свой паспорт. Завтра мы выходные, поэтому сможете забрать только послезавтра. Кредит возьмутся, блин! Вот поворотина-то, а! Милый, ты купил муку? Милый! Ты что там делаешь-то? Короче, ты что, без меня пироги печь собрался? Разводняк полный. Написано. 100 грамм в подарок. Ну, и где? Солнце мое, так 100 грамм-то в подарок муки. А чё они голову-то морочат? Писали бы тогда. О! Ха-ха-ха! Роднулька! Какой муки! О, вот она! Неси стаканы! Обалдеть! Горбатова могила исправит.